Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор посылочки из интернет-магазина ивановского трикотажа Tikitex. Много интересного, поехали! В этот раз она не очень большая, но тем не менее здесь много таких интересных позиций. Давайте вместе с вами распаковывать и смотреть, что же там внутри. Просто все так компактненько упаковано, на самом деле здесь много всего. Хорошо, что компактно. Потому что с почты нести огромные посылочки не очень удобно. Так, я сейчас все достаю, пошуршу. Хочется начать с полотенчиков, да? Почему? Потому что я перебрала все свои полотенчики и поняла, что они у меня что-то не ахти, во-первых. И во-вторых, мне захотелось другой цветовой расцветки, они у меня все разные. Как-то захотелось, не знаю, в спокойной гамме, в стильной, в какой-то, чтобы под ремонт ванной подходила, потом под интерьер, они разные там пестрые висели, да. Поэтому я заказала вот такое полотенце махровое белое, я вам буду цену тогда подписывать, да, накладную не увидела, буду подписывать. А, размер 50x100, гостиничное, оно довольно бюджетное, взяла попробовать, потому что хотела именно чисто белый, без рисунков, без всего, не знаю, может для лица себе повешу или еще для чего-нибудь. Давайте смотреть. Оно, скорее всего, тоненькое. Да, оно не сильно толстое, оно такое тоненькое, полотенце гостиничное, да? Вот его размер, и оно прям беленькое. Беленькое, классное. Мне кажется, впитывать будет хорошо, девчонки. Так, это у нас лицо, это у нас изнанка, но они, в принципе, не сильно отличаются, потому что швы везде очень красивые, и все хорошо обработано. Уголочки даже, вообще все здорово. Я люблю полотенце. На полотенце сейчас, кстати, пришивать петелечки в цвет. Мне это как-то нравится. Но, скорее всего, да, оно пойдет у меня для лица. Я его повешу, оно у меня пойдет для лица, будет отдельно. Здесь есть у нас этикеточка приклеена. Полотенце махровое, отельное. И штрих-код. Кстати, наверное, вы можете навести, если вам такое надо. Да, я вам прям вот так поближе, а фокус не фокусирует. И сразу попасть на этот товар. Но я ссылочки вам все оставлю. Так, отклеиваем этикеточку. Тут у нас еще этикетка, рекомендации по стирке. 40 градусов и ручная только, представляете? Вот так вот. Так, поехали дальше. Дальше еще полотенчики. Вот такой интересный полотенчик захотелось потестировать, девчонки. Смотрите. Это у нас полотенце для ванной Боха. Цвет пудровый. Очень красивый цвет. Состав 100% хлопок. Размер 70x140. Тоже такое полноценное банное полотенце в очень красивом цвете. Да? И дизайне. Я прямо обратила на него внимание. Вот эти полотенчики, они, по-моему, самые дорогие на сайте. Похож на муслин. Красота. Слушайте, вам цвет как-то... Блин, вот, вот. Правильная цветопередача. Вот такого цвета. Цвет очень красивый. Такой, я бы даже сказала, пудрово-сиреневый какой-то такой. Большой. Большой прям. Я в него могу запахнуться свободно. И еще есть запас. Вот. Классно. Классно, девчонки, вообще. И он такой интересный, он очень похож на муслин, правда. Материал похож на муслин, он очень мягенький. Я посмотрю, как будет впитывать, у кого такие полотенчики есть. Напишите, девчонки, как вам они в использовании. То есть оно, в принципе, тонкое. Здесь никакой махры вообще нет. Но вот эти вот, за счет вот этих кубиков, вот оно такое интересное. Слушайте, если тебе понравится, я себе такую коллекцию прям соберу, как будет впитывать. Буду пробовать. Слушайте, классное вообще, да? И красивая. Дальше у меня пижама в 48 размере. Заказала на подарок. Цвет персиковый. Так, как она у нас называется? Названия нет, просто пижама. Артикул у нее 1865. Состав 100% хлопок. Вот так выглядит. И сейчас с вами посмотрим, что она из себя представляет. Здесь у нас маечка и шортики. Вот так выглядит маечка. Ой, смотрите, какая прелесть. А написано у нас с вами Sweet Cat. Очень хорошо обработана майка. А, то есть здесь пришивная горловина, скажем так, рукав также обработан. И низ также обработан. Опять вам почему-то камера бледнит. На самом деле она ярче. Такой принт классный. И сзади она сделана вот так. Красивая. Это у нас Натали. Натали 37. И шортики к этой пижамке тоже очень мимимишные. Смотрите, какая прелесть. Резиночка прошита. Вот у нас с вами получается перед. Кармашков нет. И цвет поярче, да, вот.
поярче. Подносишь к камере, прям бледно. В общем, вот такие котики. Пройти мимо детских вещей в Ивановском трикотаже, потому что, ну, достойное качество, цена отличная. Обожаю. Вот такой вот милый бодик, девчонки. Боди детский цвет, белый, размер 74. Длинный рукав. Распечатываем. Детские вещи – это отдельная история. И хорошо, что не устаю повторять, у них пополняется ассортимент. Я имею в виду Ивановский трикотаж, в том числе Тикитак. Смотрите, какая прелесть. У нас там дома жарко, и мы в основном в бодиках ползаем. Но очень мягкий. Он невероятно мягкий, девчонки. Это у нас с вами Мелонс. Я брала этого бренда что-то уже. И он очень мимишный. Он очень нежный, красивый. Смотрите, как сделана горловина. Как красиво, да? Ну, рукавчик обычный. Между ножек у нас с вами застежки. И посерединке. Принт красивый. Очень красивый. Ух, вообще супер. Обожаю. Так, это 74 размера. Да, мы подходим уже к 74 размеру, потому что хлопчик еще дает усадку. А так, на самом деле, я не знаю, какой у нас рост. Сказала девчонке ночнушку в 54 размере для сестры. Но я обязательно по мере вам тоже покажу. У меня есть абсолютно такая же. Я уже заказывала, но она не с розовым принтом, а с фиолетовым. Я ее в роддом, по-моему, кстати, даже брала эту ночнушку. Они обалденные. Они хорошо сидят. Сейчас все увидите сами. Так, состав 90, это вискоза, да, я обожаю ночнушки из вискозы, просто вообще. И 5% полиэстер, 54 размер. Так, смотрим. У меня такая же, я от нее дико в восторге, захотелось взять такую же сестре. Здесь вот такие бретельки, очень красиво сделана грудь. Я не люблю, когда в ночнушках под грудью, ну, либо грудь пристрочена, либо есть какие-то сборки, потому что невозможно угадать, у каждого грудь разная, и когда она оттуда вываливается, это смотрится некрасиво. Поэтому я беру исключительно ночнушки, где грудь не, как бы, не очерчена. Это вискоза, она летящая, она мягкая, она очень-очень красивая. Здесь такой вырез, прям вырез-вырез, прям потрясающий, смотрите какой. Да? И вот эти вот вставочки, они, получается, идут у нас по бокам и делают, что ли, как сказать, притальным силуэтом. В общем, она очень красиво смотрится на фигуре. Сзади она просто черная, она хорошо тянется, это вискоза, она по телу струится, это безумно приятно. Вот прям вот эту вещь рекомендую от души. Ну, а этот уже комплектик мне красивый. Это пижама, девчонки, и пижама у нас... Очень красиво. Цвет бежевый в размере 56. Я взяла хлопок 80, лайкра 20. Люблю домашнюю одежду свободную. Брала бы даже, может быть, и 66. Нет, ну правда, люблю. И не только домашнюю, вообще люблю. Так, это у нас с вами очень красивая маечка. Дома жарко, поэтому вот в таких вещах я рассекаю. С кружевом, девчонки. Смотрите, какой стильный принт. Это Натали, 37. Бретелечки черные, спереди кружево черное, я вам все по мере покажу. Низ у нас с вами такой расклешенный, и он, как вы видите, воланчиком чуть-чуть. И обработан нитками просто вот так красиво. Вот. Угу. И просто черные шортики. Но они не просто. Вот такие вот шортики, кармашков нету, да, нету. У них также обработан низ, видите, слегка воланчиком, да? Очень классно. Шорты прям тянутся, такие большие, все здорово. Пижама безумно красивая, очень мягенькая. Ну что, все, у нас с вами осталась только примерка. Девчонки, вот ночнушка, кстати, она подойдет под большую грудь. Моя не очень большая, это такой стриптиз. Но вырез прям вот до сюда. Видите, какой. Она очень красивая, посмотрите, как она здорово сидит в районе груди. Прям. И в целом, она прям стройнит. Высота чуть выше колена, чуть выше, да? Она прям стройнит, она очень здорово смотрится, и в процессе носки она еще подрастягивается, она не будет так сильно в облипочку, я знаю, потому что такую ношу в целом вообще, вот ночнушка безумно крутая. В пижаме уже вырез поскромнее, но тем не менее тоже смотрите, какой красивый, прям очень здорово. Уж если ходить по дому в пижамах, то в таких. Все очень свободно. Прям очень свободно. Шортики тоже все свободно. Причем длина, то есть они вообще не в обтяг. Все достойненько и свободненько. Смотрите, какой запас. Вот в таких вещах я по дому рассекать люблю. И в то же время это очень красиво. Чуть-чуть пониже вас опущу. Вот. Красиво? Красиво, да? Супер. Мне тоже очень нравится. И приятное к телу. Она прям очень приятная.
Спать это одно удовольствие. Прям таких пару пижам взял, больше можно ничего не покупать. Класс, напишите, как вам. Вот бодик поближе, смотрите, какая здесь красота. Горловина так отделана. Очень красивый. Рукавчик, он безумно мягкий. Прям нежнятинка. И вот он полотенчик. Хотела вам поближе текстуру показать. Камера опять вблизи засвечивает и меняет нам с вами цвет. Сейчас без света покажу. Вот как он сделан. Очень интересно, да? Прям очень интересно. Света, да? Какой его цвет на самом деле? Опять приближаешь, засвечивает. Вот, вот он такой. Вот он такой красивый и очень интересный. Ну и на этом все, мои хорошие. Все ссылки оставлю на вещи, на все обязательно под видео. Обязательно вам потом расскажу, как себя по впитываемости повел вот этот интересный полотенчик пудровый. Мне прям самой дико интересно. Если обзор был интересен и полезен, обязательно ставьте лайк. Я вас всех люблю, целую, всем пока-пока.